на второй. Диспетчер Дмитрий Кузьминых и оператор Наталья Бутаева заступили на дежурство в 9 утра 1 января 2018 года. Работники диспетчерской службы в СМПО уже привыкли. Полноценного празднования Нового года нет ни у тех, кто дежурит в полночь, ни у их сменщиков. Уж такая работа. Но лучшей наградой становится спокойная оперативная сводка. В начале 2018 года диспетчерам звонили исключительно для того, чтобы поздравить их с Новым годом. Все праздники, вот каникулы, прошли на заводе без происшествий, что радует. Никаких травм, по сегодняшний день никаких аварий. Мы очень довольны, что все, ничего не случилось без происшествий, что все тихо и спокойно, без аварий. На фоне новогодних каникул прошлых лет, которые подкидывали проблемы то с трансформаторами, то с системой отопления, первые 8 дней Нового года на ВСМПО прошли просто идеально. Даже учитывая, что с 3 января в цехе начали возвращаться рабочие бригады. И потихоньку потом, после Нового года, начинали цеха втягиваться. 16-й. Он с 3-го. Там, ну, частично там их работал печки. Фрезеровка, потом первый подключился еще 4-го, 54-й тоже частично станки начинали работать, потом 22-й уже 5-го числа, тоже часть, и уже 6-го пошло все. 8 января в понедельник производственная жизнь кипела во всех цехах. Теперь дело за малым. Провести остальные 357 дней года также ровно, без происшествий, справляясь с грандиозными планами предприятия.